Вчера дождик прошел, тепло. И вот все тюльпаны практически распустились. Здравствуйте, мои дорогие. А я опять на почту. Красота какая. Пасмурно, то капает, то не капает. Такая погода, но тепло. Я правда... У нас опять свет выключили с утра. Я уехала, не посмотрела, сколько градусов. Но тепло. Вот у меня дома в Мурманске был вот такой цветок. Он был такой маленький, худенький. Ой, а тут я сейчас увидела и обалдела. Посмотрите, какой. Вот что значит солнышко и тепло. Обалдеть. Так, вот сейчас, девчонки, отправляю Никишиной Ирине Викторовне, Шапочкиной Евгении Дмитриевне, ну и, конечно, Баковой Екатерине. И все, и осталась у меня одна Скаковская без ответа. Ну вот, я отправила. Что-то я прям расстраиваюсь. У меня на Алиэкспрессе 18 заказов. И они где-то все зависли. Я же прихожу каждый день. Уже замучила девок. А пришло чего-нибудь? Они смотрят, нет ничего. А у меня же там Ирина вот с юбилейного рынка. Ирочка, если вы меня видите, я про вас не забыла. У вас в янтаре в бусинках такие крошечные отверстия, что не подходит ни одна фурнитура у меня. Вот прям жду-жду. Как придет, будут входить или нет. А их нету никак. И Оксана у меня, подруга моя, тоже жду. Да. А если еще придет и не подойдет, вообще будет расстройство. Ну ладно. Поеду я домой делами заниматься. Погода такая сегодня не располагает к длительным прогулкам. Дождик моросит. Так что, мои хорошие, все потихоньку делается, отправляется. Не переживайте. Пока-пока. Ой, какая я непостоянная женщина. Попрощалась. Сама решила пешком прогуляться. Вот это музей. Я, правда, там не была. Саша туда ходила, пришла и говорит, нечего делать. Неинтересно. Вот. Но он присутствует. Вот такая в Черноморском аллейка. По улице Революции. Вот
Вот это вот гостиничный двор Яхонт. Серьезный такой гостиничный двор. И по соседству вот такие домушечки. Есть прям дворцы, а есть... Ну, это, собственно говоря, как везде. Да, есть люди предприимчивые, умеющие лихо зарабатывать деньги. Но не всем это дано. Вот. Тоже, видите, гостевой дом Флора. А я вот только сейчас что-то задумалась, и правда, я вот тут почти 4 года живу, а я ни разу не ходила по этой улице. Все больше там, в центре. Хотя это тоже центр. Обычно на маршрутке тут проезжаешь, идти-то далековато. 2 километра. Но дело в том, что до автобуса у меня 1,5 часа. А на такси, знаете, постоянно кататься это никаких денег не хватит. Думаю, ладно, пойду потихонечку. Заодно и поснимаю тут. Приятненькие заборчики. Угу. Да, погодка сегодня прям... Ой. Надо посидеть. Кажется, дождь начинается. Дом такой интересный. Перекресток надо перейти. Ирина Александровна, узнаешь улицу, по которой вы с Валерой на пляж ходите пешком от меня? Приедут. Меньше 5 дней осталось. Слушайте, прям дождь начинается. Что делать-то? Толику звонить. Скоро приедете. Вот они, когда приезжают, встают рано. Еще автобусы не ходят. Им могут в 6 утра подняться и пойти на пляж. Боевые у меня друзья. Вроде опять перестал. А тут вот стоят 2 вышки нефтяные. Ну, якобы. Ну, как-то они бестолковы. Хоть бы светились вечером. А то так. Что есть, что нету. Так. Вот площадочку новенькую построили. Ладно, иду дальше пока. Как
же они любят белое, чистое, а? Не успела поснимать украшение свое, он уже тут же. И все. И делает вид, что спит. Кабаська. Все. Не подходите. Ой, какой он тяжелый стал. 6 с лишним килограмм. Серьезный мужчина, да. И все-таки дождь меня догнал. Причем в такой момент, когда уже и звонить бесполезно, чего, кто меня там 500 метров подвозить будет. И вдруг смотрю, разворачивается машина, а там Аня сидит. Она проезжала мимо, увидела меня. Вот, и довезли меня до дома, так что я и сильно не промокла. Вот, ну, дождик прям дождик. Вот, ну все, мои дорогие. Пока-пока. Я надеюсь, завтра увидимся.